товарищи, разрешите мне сказать только три предложения. Первый шаг к свету равноправных должно быть мультиполярный свет. Это знает и Путин с обращением к народу собственному. В 2011 году он сказал, мы должны сделать в собственной стране, в России, суверенитет, даже экономический суверенитет. Из-за этого и преследование Хорадовского. Второе предложение. Что социализм крахнул, это не была возможность идти вперед к новому миру, а как раз наоборот, когда он крахнул по вине правительств в этих социалистических странах в 1989 году. Например, Горбачев, Мотро, это самая большая беда не только для этих социалистических стран, но для всего человечества. Это также сказал Путин. И третье. Социализм – это означает мир. Ты можешь назвать его как хочешь. Социализм или правительство народа, как в Ливии и так далее. А империализм – это война.